что там, мам? Кто такая Сара, чтобы указывать моей дочери, как жить? Успокойся, все нормально. Не хочет, пусть не общается. Понятно, значит, не получилось. Они никогда меня не простят. Ничего страшного, года прошли, она меня простила. Года пройдут, и вы помиритесь с Лилией. Мама, что нужно было? Тетя Гульбану, зачем она приходила? Ничего серьезного, она хотела взять деньги в долг. Я сказала, что денег нету. Что, я миллионерша, что ли? А где Анара? Почему ее дома нету и ужин не готов? Вообще-то, мама, ты сама Анару пустила прогуляться с ребенком. Пусть отдохнет, сказала, подышит свежим воздухом. Что ты опять начинаешь вести за это ужин? Я сейчас сама приготовлю. А может, давай что-нибудь закажем? Мы же двое дома. Серик поздно придет. Что, миллионеры? 10 000 тратить просто так? Пожарь хотя бы вермишель. Или я сейчас буду звонить Анаре, пусть придет и приготовит. Мам, тебя не изменить. Венера, я подписал тебе отпуск, но будь на связи, не отключай телефон. Забери с собой ноутбук рабочий. Кое-какие вопросы я у тебя буду спрашивать. Хорошо, да. Достал. Неужели я стала той сотрудницей, без которой невозможно? Так, если у мамы не получилось, значит, я сама встречусь с Лилей и все ей расскажу.